Ну, от ви зараз навели приклад перемоги Кучми під час його першого терміну президентства. Кравчука убаюкали. А давайте згадаємо тепер, як Кучма перемагав вдруге, коли напередодні виборів його рейтинги були менше 10%, якщо не помиляюся, але другий тур з Симоненком гарантував йому перемогу. Ну, потому что речь шла о том, что или коммунист, только освободились от них, тем более такой нехаризматичный коммунист. Может история десь повторитися, коли чинного президента дуже багато, хто вже з рахунків списує, а... Другая история. Вот сегодня рейтинг Зеленского Владимира очень сильно растет. Почему растет? Я же разговариваю с людьми. От таксистов до буфетчиц. С простыми людьми разговариваю. За кого будете голосовать? Там условно говоря, я за того, я за... многие говорят, за Зеленского. Спрашиваю, почему? А чтобы не они, они достали. Вот не они. А пусть клоун, но вот он. А когда рядом со мной человек стоит, говорит, так он же не имеет опыта государственного. А они имели и что с того, с их опыта? Что они дали мне? Где мои деньги, говорят люди? Что я от них имею? А вот пусть клоун придет, поржем хоть все вместе. А чи не будет так, что уже коли людина зайшла в кабинку для голосования, вона подумает, может краще отак, ніж невідомо, що еще гірше. Людська психика насправді дуже часто і так. Может быть все, Диана, может быть все. Этими хороши выборы, когда есть целый ряд кандидатов. Многие люди, я это замечал не раз, подходят на избирательном участке, там вывешены же эти плакаты с лицами и с биографиями. Они еще раз подходят, читают, и иногда меняется их. Вдруг вожа под хвост, или встали не с той ноги, или просто, а ну вот, вот он думал все время так, а теперь я поступлю так, не отдавая себе часто отчет, почему он так делает. Такое бывает тоже.